В Минске реализуют проект шаговой доступности площадок для занятий спортом. Задача – максимально обеспечить жителей всех микрорайонов города возможностью организовать свой досуг с пользой для здоровья. С этой целью планируется продолжить модернизацию школьных стадионов, работу по организации воркаут-площадок, строительство типовых бассейнов в спальных районах. Как показывает практика, все они максимально задействованы и востребованы. В зимнее время в районах заливают катки, прокладывают лыжные трассы. Как известно, белорусская столица вошла в топ-20 самых спортивных городов мира, сразу поднявшись на 32 позиции до 19 строки рейтинга, набрав 4,643 очка. Своим успехом Минск во многом обязан успешному проведению ряда крупнейших международных соревнований. Однако наряду с развитием спорта больших достижений в Беларуси уделяется внимание массовой физкультуре. Именно детские дворовые команды и школьные стадионы стали первым шагом в большой спорт или просто к здоровому образу жизни. Статистика свидетельствует, что в 2017 году физической культурой и спортом в Минске занимались свыше 492 тысяч человек, или 25% населения столицы. В городе задействовано около 4 тысяч физкультурно-спортивных сооружений. Не отстают от столицы и регионы. Доступные населению площадки для занятия спортом создаются в каждом городе Беларуси.